наши планы на Москву. В первый день мы посещаем администрацию президента. Это основная цель нашей поездки. Мы должны сдать дополнительные подписи, которые мы собрали в поддержку выдвижения Владимира Владимировича на пост президента Российской Федерации в 2018 году. Мы очень надеемся, что Владимир Владимирович все-таки ответит на нашу просьбу и выдвинет свою кандидатуру на эти выборы. Мы будем голосовать за Владимира Владимировича. Очень его любим. Дальше мы отправимся на телеканал «Дождь» и спросим у них, почему же все-таки у них существует такой перекос в редакционной политике, почему они, собственно говоря, против нашего президента и почему они не уважают сторонников Владимира Владимировича, так о нем нелестно отзываются постоянно. Хотим, конечно, от них услышать что-то внятное. Дальше мы пойдем в редакцию «Медузы» и зададим им тот же вопрос, только нас очень настораживает, что в последнее время они ведут антигосударственную деятельность, направленную на подрыв устоев в нашем обществе. С чем это связано, мы хотим четко выяснить, существуют ли у них какие-то гранты, пожертвования из-за границы и так далее. Конечно, хотим получить четкий ответ на поставленный вопрос. Дальше мы, конечно, посетим ФБК, мы не можем пройти мимо этой знаменитой организации. Хотим задать тоже ряд вопросов. Будет интересно, смогут ли они на них ответить. И, конечно же, на сладенькое мы оставили штаб Навального, наших замечательных оппонентов. Оставили на десерт. Ждите нас, мы все равно к вам придем.